театрализованное представление «Мэнгеле Кьель» в Ледовом дворце Бары станет самым ярким событием празднования 550-летия Казахского ханства. Об этом рассказала директор департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта Ахтота Раимкулова на брифинге службы центральных коммуникаций. Ожидается участие главы государства. Среди гостей также будут первые лица зарубежных стран и представители международного сообщества. Продолжатся действия в Назарбаев университете. Там пройдет научно-практическая конференция «Мэнгеле Кьель». Ожидается, что на нее съедутся более 1000 ученых. Над театрализованной постановкой сейчас работают свыше 2000 человек.